А как вы относитесь к Высоцкому и какие отношения вас связывали? Что вы чувствуете, когда слышите фамилию Высоцкий? Еще хороший вопрос здесь пришел. Что делал бы Высоцкий сегодня? Я не знаю, что бы он делал сегодня. Я думаю, что я думаю о Высоцком? Когда я о нем вспоминаю, очень хорошие кожаные штаны он из Франции привез. У меня таких не было. Потому что он из Парижа привозил роскошные шмотки, а тогда был колоссальный дефицит. Это правда. А мы были модники. И вот то, что он ходил в красивых вещах, меня всегда очень, даже вызывало чувство зависти. Но мы с ним в определенном смысле дружили, хотя я не могу, я не отношусь к таким огромным почитателям его песен, хотя сейчас я понимаю, конечно, что он колоссально выражал то ощущение, которое вот историк Яковенко очень хорошо описал. Советский менталитет – это менталитет зоны. И перестроечное состояние – это зэк, у которого вдруг убрали охрану. Он ходит по лагерю, по зоне, не знает, что делать, что можно уйти, а куда. И вот он, конечно, колоссально выразил менталитет, вот этот менталитет всех латентных заключенных. Потому что несчастными быть нельзя было тогда. Все должны были быть счастливыми, а те, кто были несчастными, помещались в определенные пространства. И вот в постсоветском пространстве вдруг разрешили быть несчастными, и сразу покатилось. Понимаете, мне кажется, вот он очень точно выразил вот это вот отчаяние, что чего-то нет. Вот это нет, ребята, все не так. И вот это вот, ух, все не так, ты меня уважаешь. И вот это он очень точно выражал. Это он дал абсолютный совок, талантливейший совок.